Здравствуйте, меня зовут Бигля Рабок. Я ученик 8 класса православной Свято-Никольской классической гимназии и руководитель этого канала. Это новая рубрика «Православные праздники». Здесь мы будем рассказывать о праздниках, которые будут праздноваться на той или иной неделе. Ну и давайте же узнаем, какие праздники ждут нас на следующей неделе. Здравствуйте, меня зовут Песоцкий Александр. Я ученик 9 класса православной Свято-Никольской классической гимназии. Сегодня я вам расскажу о праздниках, которые произошли на этой неделе и которые произойдут в будущем. На этой неделе произошел праздник 7 января, Рождество Христово. В этот день родился Господь наш Иисус Христос для того, чтобы спасти нас от греха и спасти весь мир. С 7 по 19 января происходят святки. 14 января происходит обрезание Господне. 15 января – второе обретение мощи преподобного Серафима Саровского. 19 января происходит крещение Господне. В этот день крестился Господь наш Иисус Христос, а также в этот день произошло первое богоявление. До 27 января происходит отдание праздника Богоявления. На следующей неделе, 22 января, празднуется святитель Филипп, митрополита Московского и всея Руси Чудотворца. 24 января – преподобного Феодосия Великого, общий житиначальника. Он основал монашество в Палестине. 27 января празднуется праздник равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Она внесла большой вклад в развитие православия в Грузии. 1 января празднуется праздник преподобного Антония Великого. Он впервые основал отшельническое монашество. 31 января празднуются родители преподобного Сергия Радонежского, Кирилла и Марии. Спасибо всем за внимание. Увидимся на следующей неделе. Не забывайте поставить лайк и подписаться, а также оставить комментарий со своим мнением.